Всем привет, меня зовут Али, я представляю проект «Международная сеть биткоин-банкоматов». На сегодняшний день в мире около 5000 биткоин-банкоматов, но по факту они не банкоматы, а обычные платежные терминалы. Это накладывает определенные ограничения на их работу, а именно все операции можно производить только по одной купюре. В реальности это означает, что если кто-то решит купить один биткоин, ему придется стоять с пачкой в 50 купюр, а в некоторых случаях и странах по 250 купюр и даже более бумажек и пихать их по одной штуке. Но самое главное, только один из 20 таких терминалов умеет выдавать деньги, и тоже по одной купюре. Как видите, существует явно выраженная проблема, которая никак не решается, и у клиентов, которые пользуются этими устройствами, нет альтернативы. Я представляю вам инновационный продукт в криптоиндустрии, биткоин-банкомат, собственные разработки и производства, а также международную сеть криптобанкоматов на его основе. Ключевое ноу-хау этих банкоматов заключается в том, что клиент может снимать или вносить 200 тысяч евро одной пачкой за раз, и занимает это не более 30 секунд. Эта сеть биткоин-банкоматов позволит осуществлять 100% легальные трансграничные перемещения больших объемов наличных денег. Объем рынка – 1 триллион рублей в день, каждый день. Я скромный, поэтому планирую охватить какие-то жалкие 10% этого рынка, то есть обрабатывать порядка 100 миллиардов рублей в день. Да, бизнес-модель строится на проценте с обмена. На сегодняшний день комиссия в 9% считается ниже средней. На этом слайде показаны конкуренты. Как видите, этот проект не просто идея, а есть рабочий образец. Моя команда состоит из профессионалов своего дела. Для запуска этого проекта нужно 7 миллионов долларов, чтобы установить 20 банкоматов в 20 городах. Через год инвестор получит обратно уже 15 миллионов зеленых президентов. И так каждый год. Для инвестора ключевое отличие этого проекта от других заключается в том, что на его развитие пойдет не более 20% от общего количества инвестиций. Оставшиеся 80% будут загружены в банкоматы. Это то же самое, что положить деньги в банк, только под ультравыгодный процент. Всем спасибо. Кому интересна тема финтека и блокчейна, обращайтесь, потому что этот проект является всего лишь частью от более масштабного проекта платежной системы нового поколения.